Во Владимирской области за сутки выявлено еще 323 зараженных коронавирусом, на 2 больше, чем накануне. В регионе снова возобновился суточный рост заболеваемости. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 65 712. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 69 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 62. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 440 зараженных. Летальных исходов 6. На 2 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 2299. Число выздоровевших сегодня 47. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 53 004.